не будет происходить. Это будет затяжная на измор, затяжная такая гражданская. Гражданская, я повторюсь, потому что мои знакомые в Донецке, вместо того, чтобы там убежать, уехать, они остались и воюют на стороне ДНР, кстати. И взаимно, с той стороны у меня тоже друзья. Это затяжная, знаете, вот прям вот такая воронка. Такая воронка, куда уже вот она вот все начала крутиться, и это надолго. И ничего там уже в ближайшие годы, я думаю, что ничего не изменится. Потому что если не могли найти общий язык за год, то и за пять не найдут. Украина.